Здравствуйте, мои дорогие подписчики, подписчицы и гости канала Шалундрики. В этом видео представлю вашему вниманию три миниатюрных кукольных домика, которые находятся в этих трех коробочках. Выглядят как подарочные упаковки. Dee House Love Handmade Enjoy Life. Сделано вручную с любовью для счастливой жизни. Посмотрите, какие красивые. Две из них, они одинаковые внешне, но внутри у них совершенно все разное. И все три достойные внимания. Посмотрите, а это отличается немножечко и с ветками сакуры. И здесь уже есть изображение, как же могут выглядеть эти кукольные домики. Но мы сейчас с вами все посмотрим. И как раз давайте начнем с этой. Это, мои дорогие, подставка, на которой потом и будет храниться этот домик. А сейчас я покажу, как он выглядит. А выглядит он очень интересно. Посмотрите, внутри жестяная коробочка. Она вот чем-то даже похожа на шкатулку. Она полностью металлическая. Открывается. И вот здесь как раз собирается этот мини-домик, маленький совершенно. И все в нем такое крошечное-крошечное, прям как будто бы микроскопичное. И называется это Room Box. То есть смысл в том, что в коробке у нас были все составные части будущего маленького миниатюрного кукольного домика. Конечно же, прилагается инструкция и различные составляющие части, запчасти для этого будущего шедевра. Именно шедевра, который очень удобно хранить, и получается настолько это все красиво, что потом, когда это все соберешь, можно просто вот так вот поставить и этим всем любоваться. И также можно легко закрыть, открыть, а внутри будет вот эта вот вся неземная красота. А теперь давайте рассмотрим все повнимательнее и поподробнее. Посмотрите, здесь несколько пакетиков. Здесь различные детальки для будущего домика, и они достаточно крупные. И этот пакетик пронумерован буковкой А. Следующий пакетик. Здесь тоже различные крупные детальки. Есть даже песок, различные сухоцветы. В этом пакетике у нас несколько пакетов. Посмотрите. Чего тут только нет. Различные бусины, бисер, цветы, даже имитация песочка желто-оранжевый. Видимо, трафареты, различная бумага, которая нужна будет для предметов декора, камушки крупные, кусочек бус и LED-лампа. Да, и этот домик еще и с подсветкой, мои дорогие друзья. Очень много всего. Я сейчас аккуратненько все это отложу. Здесь прилагается инструкция небольшая. Это картинки, которые вырезаются и наклеиваются вот на эту саму коробочку. Также вот еще, посмотрите, и различные элементы. Это все тоже для коробочки. И, конечно, прилагается книжка-инструкция, и она достаточно большая. Посмотрите, сколько здесь страниц. И здесь она яркая, красочная, и здесь все-все подробно описано. И вот как раз вот так, мои дорогие, и будет выглядеть этот потом шедевр. Этот маленький миниатюрный кукольный домик или румбокс. Посмотрите, какая красота! Что-то очень-очень необыкновенное на тему осени. Как раз на коробке и было изображено 4 типа коробочек. Зима, осень, весна и лето, видимо. Посмотрите, как красиво. Я даже не представляю, когда все это потом будет вот в этой вот совершенно небольшой маленькой коробочке, как же это будет все красиво смотреться. Я думаю, что это будет очень увлекательный процесс, который точно будет интересен как деткам, но думаю, что не младше 7-10 лет, которые любят при этом что-либо собирать и увлекаются, например, лего. Ведь это интересно не только мальчикам, но и девочкам, а возможно, захочется собрать такой домик и взрослому человеку, может быть, даже кому-то из вас, мои дорогие друзья,
или из ваших знакомых, которые увлекаются такими интересными процессами, и у кого есть достаточно много времени, потому что здесь все-таки понадобится, я думаю, что не один час и не два часа, либо несколько часов, а возможно даже и пару дней. А теперь давайте повнимательнее посмотрим на книжку-инструкцию. Посмотрите, написано «Осень». Здесь все подробно изложено и показано. Абсолютно все детали. Вот смотрите, пакет А. Все детальки нарисованы и все подписано. Как это должно выглядеть, как это должно собираться. Потом переход к другому пакетику. Что тут, для чего тут, как и так далее. К следующему пакетику, где уже более мелкие детали. Вот мы с вами видели вот этот вот С. Здесь он не пронумерован, но можно понять, что к чему. Все подробно написано, шаг за шагом. И все это потом потихоньку переносится в этот бокс. И начинается твориться красота. Красота. Посмотрите, как подключается электричество. Все эти маленькие мелкие детали, они, конечно, приклеиваются. Поэтому здесь я не увидела клей. Скорее всего, его нужно будет докупить отдельно. Клей должен быть прозрачным. Но я думаю, что вы без труда найдете какой-нибудь универсальный клей, чтобы подошел для всех мелких деталей. А потом начинает собираться пол. Посмотрите, сколько тут всего интересного. Даже лесенка. Пошли в ход цветочки различные. Посмотрите, какая красота. И чайник. Такой необычный кухонный столик. Очень-очень красиво. И уже прорисовываются детали. Должно быть очень-очень занимательно, очень интересно. Смотрите, как собирается мебель. Даже цветочки. Из такой веточки собираются два цветочка. А потом процесс завершается крышей. Два этажа и крыша. И этот кусочек ткани, он как раз и идет для будущей крыши. Вот так все это потом украшается. И уже очень-очень близок процесс к завершению. Остается несколько дополнительных элементов добавить. И домик будет готов. И вот здесь потом еще и будет сад. Осенний красивый сад. Просто потрясающе. И вот как должно все получиться в итоге. Работа будет кропотливая. С пинцетом, с кучей мелких деталей. Деталюшечек, я бы сказала. Которые нужно будет собрать все воедино. И соединить вот такую великолепную просто красоту. Я хочу сказать, мои дорогие друзья, что этот домик собирать я не буду. Потому что я его подарю. Ну, вернее, разыграю. И не лишу кого-то из вас удовольствия собрать этот миниатюрный кукольный домик. А потом любоваться потрясающим зрелищем. Ведь собирается он один раз. Поэтому я его и кому-нибудь подарю. Поэтому, мои дорогие друзья, кто хочет такой миниатюрный кукольный домик, румбокс, выиграть, а потом собрать, то пишите скорее комментарии, ставьте лайки и обязательно будьте подписаны на наш канал. При соблюдении этих трех условий вы автоматически становитесь участником розыгрыша. И через 3 недели я этот мини-будущий шедевр разыграю. И потом итоги розыгрыша опубликую в отдельном видео, где и поздравлю первого победителя. Возможно, для кого-то это мечта детства, а кто-то и не знает о существовании такой своего рода игрушки. Так вот, у вас есть возможность получить в подарок очень необычную шкатулку Roombox, в котором соберете мини-домик, и, может быть, этот процесс будет настолько приятным и, возможно, даже станет семейным мероприятием. И я думаю, что он очень-очень вам понравится. Ну, а мы сейчас этот домик, чей-то будущий подарок, который я с удовольствием разыграю, аккуратненько упаковываем, шкатулку закрываем, все запчасти убираем в коробочку в том виде, в котором к нам все это и пришло. Очень-очень аккуратно, чтобы ничего не забыть.
Между прочим, эта коробочка всего лишь 15 на 10 сантиметров. Представляете, какая это миниатюра будет? Какая это будет красота? Я хочу сказать, что будет это просто ювелирная работа, мои дорогие друзья. Кладу обязательно все инструкции, все-все, и закрываю. Итак, он будет ждать своего победителя. Ну а мы переходим к двум следующим домикам. Посмотрим, что же у нас здесь внутри. Они все три аналогичные, но в то же время и разные. Посмотрите, здесь тоже различные мелкие детали и все составные части запчасти. Дерево, это дерево, посмотрите. О, какое красивое. Здесь что-то будет очень-очень необычное. Здесь вот детальки покрупнее. Ой, какие цветы! Что-то действительно шедевральное. Много всего, но распаковывать я не буду до конца, потому что дерево облетает. А здесь киска-подставка. Смотрите, как хорошенькая. Для будущего домика подставка в виде кошечки. Смотрите, какая она миленькая. Очень-очень хорошенькая. Коробочка. Ой, мне кажется, эта коробочка еще меньше, чем была предыдущая. Она и правда меньше. Это еще более миниатюрный домик. Всего 14 на 8 сантиметров. Давайте поскорее посмотрим на инструкции. Что же тут? А вот тут потом соберется вот такая красота. Это кукольный дом с кроликами. Посмотрите, очень-очень красивый. Внутри, конечно, точно так же, как и у предыдущего домика, аналогичная инструкция, все расписано по пакетикам, пакетики пронумерованы буковками, все детали нарисованы, подробным образом описано, как собирается, как приклеивается, даже будет замок. Столько всего интересного. Здесь все детали, которые вырезаются, они уже находятся в самой книжечке. Вот это, вот это, вот это. И все это превращается у нас вот в такой шедевр. Посмотрите, какая красотища. И потом только остается добавить вот этих милейших созданий кроликов. Очень красиво, очень необычно. И коробочка у нас сделана в таких же оттенках, как и то, что будет внутри. И я, конечно же, мои дорогие подписчики, эту коробочку, этот румбокс, также разыграю, но только позже. И гораздо позже, то есть первую коробку осенью разыграю через 3 недели. И следующие 2 мы подождем. Подождем, чтобы дать возможность тем, кто присоединится и пополнит наши ряды позднее, у них была возможность получить от нашего канала тоже такой шикарный подарок. Очень необычный, очень интересный. Поэтому, мои дорогие, пишите комментарии, не останавливайтесь. Тот, кто хочет победить, тот, кто хочет получить в подарок домик, даже если кому-то из вас не повезет, не отчаивайтесь, впереди ждет еще 2 домика, которые я разыграю потом, спустя время, и объявлю о розыгрышах в отдельных информационных роликах. Поэтому обязательно смотрите все на канале, ничего не пропустите, чтобы быть участником. Ну а для участия нужно будет всего лишь также написать комментарий, поставить лайк и быть подписчиком нашего канала. И при соблюдении этих 3 условий под этим видео вы становитесь уже участником розыгрыша всех 3 румбоксов. Поэтому, мои дорогие, пишите, делитесь этим видео, чтобы нас было больше как можно скорее. А мы переходим к просмотру следующего домика. Сейчас я все это убираю. Подставка просто прелесть. Ну, посмотрите, до чего же чудесная. Здесь также нужно будет докупить только клей. Вроде бы все остальное есть. И давайте посмотрим, что же в 3-й коробочке. Ой, здесь тоже какая-то неимоверная красота. Посмотрите. Здесь тоже какие-то у нас кролики и даже Эйфелева башня. Это румбокс на тему Парижа. Посмотрите. Как тут все замечательно, как тут все красиво. Мне даже самой захотелось там побывать. Roaming in Paris. Путешествуем вместе в Париж, дорогие мои.
Двухэтажный домик, Эйфелева башня, миниатюрные маленькие стульчики, тут что-то типа кондитерской и отель, отель даже есть, представляете? Вот это красота! Ну и, конечно, коробочка здесь такая же маленькая, как и в предыдущем, 14 на 8. Сделана она в таком нежно-нежно-голубом, я бы сказала, даже мятном цвете. И на изображении Эйфелевой башни. Как здорово! Очень-очень мило, красиво. В инструкциях в виде книжечки подробно. Здесь мы видим так, как это должно получиться. Здесь, соответственно, все по аналогии с предыдущими, все прорисовано, все изображено, все как собирается, как вырезается, как склеивается, соединяется. И что в результате получается, мы с вами уже посмотрели. Вот такая красота. Подставка опять в виде милейшего котика. Будет вас ждать здесь. И здесь все пронумеровано в пакетиках. A, B, C, D. Какие все детали мелкие, ребята. Очень-очень красиво. Также этот домик с подсветкой. Здесь все для этого есть. Батарейки и так далее. Я думаю, что разберетесь. Мне прям самой уже хочется посмотреть на этот будущий шедевр. С удовольствием бы собрала. И сама, но, возможно, соберу что-нибудь другое. Но, мои дорогие, вам я обязательно все три этих румбокса подарю. И с удовольствием их разыграю. И очень надеюсь, что повезет тому, кто действительно хочет получить столь замечательную вещь, игрушку в подарок. Что я могу сказать, подводя итог? Скажу, что домики для кукол – это тайная и чаще всего неосуществимая мечта для многих девочек на свете. А румбокс – это альтернатива большому кукольному дому, благодаря которой осуществить заветную мечту очень просто. И этот миниатюрный домик сочетает в себе много важных функций. Но основная его цель – это развитие творческих способностей, причем и как ребенка, так и взрослого человека – а также релаксация, потому что под этот процесс организм расслабляется, возможность погрузиться в сказочный мир миниатюр и отвлечься от настоящего мира с его бесконечными делами, проблемами, суетой. И также этот процесс заставляет думать, что тоже просто замечательно. А сборка мелких деталей способствует развитию мелкой моторики рук и пальцев. А для взрослого человека это еще и зарядка для суставов и прекрасная профилактика многих заболеваний с этим связанных. Ну а я с удовольствием, мои дорогие подписчики, вам все эти три румбокса подарю. И первый, который у нас в стиле осени, разыграю уже через 3 недели. Подарок вас ждет. Пишите комментарии, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на наш канал и проверяйте подписку. А также делитесь этой информацией, этим видео со всеми своими знакомыми, друзьями, со всеми теми, кому бы было интересно, кто бы хотел получить в подарок столь интересный миниатюрный кукольный домик, его собрать и потом вспоминать и смотреть, глядя на него, как это было здорово и, возможно, даже немножко, хоть иногда, про наш канал. Ну а потом, как я уже и сказала, я предоставлю возможность не только тем, кто у нас сейчас на канале, кто присоединится в течение этих 3 недель, воспользоваться такой возможностью и разыграю еще 2 домика спустя время. Поэтому, мои дорогие, пишите комментарии в любом случае, когда бы вы к нам не присоединились. И также делитесь этой информацией со всеми остальными, потому что впереди вас ждет еще 2 очень интересных кукольных домика. Надеюсь, видео было интересным, полезным и вам понравилось. А если это было так, то ставьте лайки, пожалуйста, в любом случае. Обязательно подписывайтесь на канал и подписывайте своих друзей. Всем спасибо и пока-пока. До скорых встреч!